Так, всем привет, друзья! Сегодня получил очередные две посылки с Китая, с сайта AliExpress. И здесь у нас семена, цветы и ягоды будут, так сказать, интереснее больше огородникам. Здесь у нас лезвие Gillette Fusion и Gillette Mach 3 Turbo, вроде бы. Так что начнем с этой. Конечно, ждал их неделю раньше. Не брился, ждал их. А так я вчера побрился, так что протестирую уже позже. Позже отпишусь или сделаю обзор потом. Так, приступаем к вскрытию. Так, одна. Это у нас Fusion Gillette. Одна была без упаковки, должна идти. Итак, сейчас достанем, посмотрим. Вот. Вот такая у нас лезвие Gillette Fusion на 5 лезвий. Так. Ну, протестирую я потом, потому что только вчера побрился. Так, дальше достаем. И, кстати, у нас на базаре она стоит в 2 или в 3 раза дороже, чем на китайском сайте. Так что лучше уже заказывать на китайском сайте. Так, здесь у нас запакованная Gillette Fusion на 5 лезвий, 4 штуки. Сейчас посмотрю стоимость их. Так, вот это должно у нас стоить $5 27 центов. Вот это у нас должна стоить $4 96 центов. Так что вскроем, посмотрим или потом. Давайте сейчас вскроем, посмотрим. Так, вскрываем, достаем. Добиралась где-то недели 3. Как-то здесь оно, вот видите, криво стоят лезвия. Ну, очень хорошо. Чем они отличаются? Да практически ничем. Все то же самое. Тут все то же самое. Эту сторонку сейчас эту достанем, посмотрим. Такое же все самое. Так, следующую берем. Это вот оно. Цена в 2-3 раза дешевле, если не в 4 раза. Здесь больше ничего нет. Так, эту сторонку откладываем. Так. Вот Mac 3. Она стоит у нас $4 99 центов. Здесь их 8 штук. Так что очень даже экономно. Так, вскроем. Ага, здесь не так. Ладно, тоже отрежем. Все будем резать. Кромсать и резать. Так, вот. Раз. И 2. 8 штук. Так, вот. А, ну здесь трещина, это не беда. Так, смотрел один обзор. Там говорил то, что он покупал как бы в пачке вот такие вот. Они были тупые. Я покупал без пачки. Они были острые. Ладно. О, все, достал. Так что вот так вот. Три лезвия. Ну, попробуем. Здесь резиночка нормально. Gillette Mach 3 ставим назад. Все. Угу, даже так, да? Хорошо. Это все в стороночку. Шла где-то, наверное. Лезвия шли где-то 3-4 недели. Да, и ждал раньше. Так, дальше у нас идет семена. Клубника разного цвета, синяя, фиолетовая. Вот только я не помню, я заказывал синюю, но написано желтая. Ничего. Стоимость всех семян от 39 центов до
89 за пачечку. Сколько там их будет, я не знаю. Кстати, я думал, будет намного больше в пакетиках. По ощущениям, оно как-то вообще на пакетик не похоже. Сейчас, ого, даже так. Да. Это как-то хоть без пакетиков, но очень много. Я в шоке. Тут можно что-нибудь разобрать. Зато много. Походу, я так понял, здесь написано, если я его найду, это вообще что-то на рисунку клубника. Какая только не знаю. Все выцвело. Как-то так в пакетиках. Вот, если я не ошибаюсь, лимон. А, киви. Извиняюсь, тут даже написано. Киви, я просто смотрел на рисунок. Там вроде как лимон. Если смотреть на киви. Киви 83 цента стоит. Написано продавца 100 штук. Если оно взойдет, будет очень хорошо. Так. Угу, это какой-то цветок. Так. Я даже не знаю. А, вот эта трава, которую, допустим, ждал. Видел в интернете. Она получается как маленький папоротник. Когда ее троешь, она сворачивает свои листочки. Так. Блин, на рисунку не... А, роза. Роза. Я вроде заказывал синюю розу. Да, так, это посмотрел в сторонку. Это как бы хризантема, похоже на синюю хризантему. Синяя, и там белая идет. Все вроде бы по 100 штук, если я не ошибаюсь, идет. Так, это клубника, наверное, все-таки... Все-таки фиолетовая или желтая. Так, здесь у нас киви, мы смотрели, 100 штук, роза гифт, а что за гифт, роза подарок, и что здесь непонятно, какая роза, я заказывал, сейчас мы смотрю, одна получается роза, половина красная должна быть, половина желтой, лепестки, вот так вот. Потом другая роза у нас идет полностью синяя. И еще одна роза разноцветная. То есть там 4 цвета как минимум. А вот еще зеленая роза. 500 роз. 500 роз. 500 штук за 78 центов. Хм. Это даже ничего. Блин. Ага, это... Личная бумажечка. Ложим ее сюда. Да, конечно. Да. Вот роза. Еще какая-то роза. А какая? Непонятно. Оксалис. 100 штук. Это получается цветок бело-красный, колокольчиками. Как он называется, не знаю. Еще одна роза. Да, конечно, написано. Написано. Если было, как бы, знаете, в пакетиках для семена там помидоры, огурцы, хоть бы было нарисовано. Хейерлум. Что это такое, не знаю. Я еще заказывал какие-то там деревья, как, знаете, в фильмах они вырастают дерево, его там подстригают. Вот нарисована синяя клубника. Color yellow. Значит, желтая клубника, но синяя нарисована. Так я вот, так сказать, я заказывал, выбирал синюю.
Так, вот это лимон. Color multi colored. Интересно. Косточки лимона. Я мог бы сам купить лимона килограмм и целую кучу косточек там бы насобирать. Так. Пинус. А вот бы дерево такое нарисовано, которое вырастает. И вот там мини-дерево, так сказать, в вазоне. Еще одна роза. Как-то много роз. Я вроде бы только две розы. Итак. Это я даже не знаю, что по рисунку непонятно. Итак, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 16 штук у нас получилось 16 штук семян разных. Ой, сейчас найду, где там цена была. Так, 16 штук семян обошлось мне в $10 27 центов. Да, но если бы только оно еще проросло все. Я там одно просто взял, как бы, одну розу, 1000 штук, это не знаю, просто там много цветов было, а какую я взял, я не знаю. Может, одна партия, может, там продавец чисто отправил любую розу наугад, или там с разных сортов, или разных цветов, не знаю. Да, на рисунках все цветы разные. Ну так посмотрим. А, да, кстати, писал продавцу, как его лучше садить. Ну, как инструкции. Он мне написал. Первое. Заполнить семена в теплой воде в течение 24 часа. То есть на день в теплую воду положить. Второе. Залить семена холодной водой в течение 3 дней, 72 часа. И третье, положить семена во влажной почве глубиной в 1,5 сантиметра, накрыть крышкой с пластиком, как так сказать, как оно, забыл слово, тепличка, маленькая тепличку сделать ей. И четвертое, семена прорастают в течение 1 месяца. Так что будем ждать, не знаю, может быть даже сделаю обзор, там посажу что-то, буду фоткать, и потом, когда оно прорастет, сделаю видео и выложу, покажу, что получилось. Ну, не знаю, посмотрим, как оно, что будет. Все, всем спасибо, до свидания.